убираются областные чиновники и под какую музыку маршируют курсанты, расскажем прямо сейчас. Это рубрика «Онлайн». Здравствуйте. Хорошо ли навели порядок амурские власти? Проверили благовещенцы. Люди побывали в сквере, где накануне прибирались чиновники. Мусора пользователи не нашли, но заметили, что кто-то из представителей власти не добелил дерево. Растения покрасили только с одной стороны. Наверное, с той, где стояли фотографы и операторы. Судя по всему, на этом месте и звездка у людей закончилась. Но ничего, не так сойдет. На прошлой неделе мы показали, как водитель грузовика легко преодолевает бездорожье. Видео сняли в Белогорском районе. На этих выходных повторить свое достижение у автомобилиста не получилось. Грузовик ушел под воду. Оказывается, что водители внедорожников специально ищут препятствия. Таким образом, они развлекаются. Поплыл. Автомобиль удалось вытянуть, а вот что произошло с этой машиной, неизвестно. Видео сняли в свободном. Такая эвакуация, судя по комментариям, жителям города пришлась по душе. Строевая подготовка под непривычную музыку. Учащиеся филиала Морского государственного университета маршу предпочли клубный трек. Как объяснила автор видео, курсанты решили поднять себе настроение. Через несколько минут строевая подготовка продолжилась без креатива. Героиня этого ролика тоже развеселила пользователей соцсетей. Жительница Зеи решила научить свою кошку позировать. Папа кормил. Все, хватит мыться. Нас фотографируют. Позу, вот набери позу такую грамотную, ага. Благовещенцев зовут на большой слет автоклубов. Организаторы сняли видеоприглашение для амурчан. Слет пройдет 2 мая на картодроме «Юбилейный». Вход платный. И раз мы уже начали говорить об автоклубах, добро пожаловать к руководителю одного из них. Анастасия Тренева возглавляет сообщество любителей машин Toyota Celica. Настя считает, что если посещать все соцсети, то заряда батареи не хватит и на полдня. Поэтому она сделала выбор в пользу Инстаграма, где выкладывает фото, которые ей кажутся интересными. Здесь и машины, и спортзал, и семья. Друзья Настя добавляет только знакомых. Все профили автомобилистки закрыты. Наслаждайтесь. А сейчас ловите романтическую себяшку и не менее нежного кота от наших пользователей. Целуй меня, киска. На, поцелуй меня, говорит. Целуй. Вот молодец какая. На следующей неделе мы покажем, как пользователи социальных сетей проводили ракету в космос. А наш эфир продолжит традиционная зарисовка из ваших фотографий. Ставьте хэштег «Альфа-канал». До свидания.